Тим Тайлер. По роману Джеймса Крюса. Знакомьтесь, Тим Тайлер. Тим — главный герой нашей истории. Он может смеяться, как никто другой в своем классе. Поэтому его учительница иногда прощает ему безумные выходки. Девочки из его класса считают Тима плейбоем. Хотя, впрочем, так считают все девочки, когда им нравится какой-нибудь мальчик. А благодаря его заразительному смеху они даже дают ему список, чем Тим и беззастенчиво пользуется. Скажем так, он иногда довольно легкомыслен. Это барон. Второе действующее лицо нашей истории. Барон — один из крупнейших бизнесменов на всем белом свете. Но репутация у него довольно сомнительная. Говорят, что он коварный, подлый и даже похож на дьявола. У барона есть все, что только можно купить. Нет только одного — дружелюбного смеха. А без дружелюбного выражения лица довольно трудно общаться с другими людьми. Кто это? Тим Тайлер, 13 лет. Любит отца больше всех на свете. Мать умерла 2 года назад. Отец опять женился. Мачеха — порядочная женщина. Тим Тайлер? Он счастлив? Да, судя по тем глупостям, что он творит. И он его продаст? За ничтожную цену. До свидания. Заберите у него самое дорогое, чтобы он перестал смеяться, и он легко откажется от смеха. Я уже говорил, он больше всего на свете любит отца. Его отец — летчик-инструктор, профессия, сопряженная с определенным риском. Даете мне свободу действий? Папа! Тим! Ах ты, разбойник. Как жизнь? Потрясающий смех у этого мальчика. Слушай, сына, как дела в школе? У меня 4 по математике. Даже по математике? Сын, говори правду. Да все нормально. Ты сейчас с Уши? Папа, у меня сейчас Бабзи. А, точно. У нее 5 по латыни, да? Верно. Только она такая же, как и латынь. Скучная до ужаса. Но что поделаешь? Тим, давай серьезно. Мужчина должен выбрать одну женщину. Ты прав, пап. Абсолютно прав. Но у меня проблемы и с математикой, и с латынью. А еще с английским. Что делать? Ну да. Шикарное авто. Правда? Нет. Странно, но я уже 2-й раз вижу эту машину. Такое ощущение, что она меня преследует. У мальчика есть смех, Анатолий. Смех, вызывающий симпатии окружающих и завоевывающий их сердца. Понимаете, о чем? Конечно, барон. Дружелюбный смех, вызывающий доверие. Вы влиятельнейший человек, господин барон. Зачем вам доверие? Вы же можете приказать. Не забывайте, что в этом мире мне принадлежит только его дурная сторона. Чтобы завоевать добрую, мне нужна... человечность? Нужно все еще раз проверить. Этот редкий вулканический остров не проходит в школе. Он относится к тому множеству островов, что за ночь вырастают из моря, а через некоторое время вновь уходят под воду. На эти острова редко заходят корабли, и если такие находятся, то это делается в строжайшей тайне. Под толстым слоем вулканического пепла ничего не растет. Кажется, Араванади — мертвый остров, даже птицы облетают его стороной.
Однако именно здесь, на Араванаде, прямо в вулкане, расположен Лунополис, тайная и труднодоступная резиденция барона. Барон выбрал такое расположение, потому что хотел создать райское место в кратере вулкана. С этого острова барон может связаться со всем миром. Круглые сутки. «4412 отцы Фердинанд Лопес, герцогена Урах. 4413 АБ Альфред Шлейер из Бибельсберга. 4413 АД Тиль Хютерер из Гераброна. А теперь новая порция из крупных городов. Анатоль, вы давно должны привыкнуть думать другими, более крупными категориями. Мне нужен смех, который подойдет моему лицу. Вот этот, Тим Тайлер, обладает хорошим, пригодным для меня смехом. Это позволит вызвать такую симпатию, как мне нужно. А ну-ка, ишь отсюда. Тимми и любимый муж. Кто будет вкуснейшее желе? Я. Мы. Мама, дорогая. Как ты? Очень больно. Ох, дурацкий скейтборд. Это точно не мой. Нет. Беги скорее за тряпкой. Лучше за маляром. Надо как-то умерить пыл нашего сына. Ты права. Если бы не дурацкий скейт, то полакомились бы желе. Лучшее желе в мире. Кроме того, у нас теперь пятно на доме. А мне нравится. Ты в курсе, что твой сын получает хорошие оценки, списывая у других? Я также поступал. И ты выучился на пилота? Как же тебя допустили, если ты постоянно списывал? Опыт, моя дорогая. Опыт. Твое здоровье. Это еще ничего. Вот поставлю скейт возле своей комнаты, туда точно никто не зайдет. Замечательно. А можно с тобой в аэропорт, папа? Нет. А если я выучу 30 неправильных латинских глаголов, можно? Не сегодня, у меня трое учеников. Опять богатые? Надеюсь. Желе, между прочим, тоже стоит денег. А ведь дом-то совсем новый. С тех пор, как мы переехали, вы только о деньгах и говорите. Неужели у нас так много долгов? Очень много. Зато у нас теперь есть дом. Но если у нас столько долгов, это значит, что и дом не наш. В чем-то ты прав. Очень хорошо, у вас получается. Очень хорошо, замечательно. Спасибо. Вы меня изрядно помучили теорией. Но знаете ли, на практике как-то проще. Ориентируйтесь по приборам, не отклоняйтесь от курса. Что происходит? Черт, двигатель заглох. Вы что, шутите? Мы теряем высоту. Что будете делать? Тайлер, сделайте что-нибудь. Предлагайте. Надо садиться. Садитесь. Почему я? Сажайте самолет. Ну вот, хорошо. Очень хорошо.
А теперь сообщите диспетчеру. Мэйдэй, у нас двигатель вышел из строя. От всей души поздравляем, он постоянно ломается. Вы там рехнулись совсем? Я буду жаловаться. Вот незадача. Давайте уже садиться. Штурвал на себе. Теперь поворачивайте. И газ. Ровнее. Главное, спокойно. Очень хорошо. Поздравляю. Вам понравилось? Спасибо. Чудесный полет. Надеюсь, моя супруга все запечатлела. Браво! Браво, Карл, браво! Это было потрясающе. Карл, ты был неподражаем. Ох, любимый мой, осторожно, сильно ударился. Большое спасибо. Это ведь барон. Что ему нужно? Ваш первый полет? Первый блин всегда комом. Последний обычно тоже. Что, простите? Это черный юмор. Не желаете представить мне инструктора? Если желаете, Таллер, подойдите, пожалуйста. Вот мой инструктор, Таллер. Профессионал своего дела, с чувством юмора. Могу вам его порекомендовать, господин барон. Я наслышан о ваших способностях, Таллер. Большое спасибо. Однажды мне понадобятся ваши услуги. Вы хотите сделать новое предложение? Поэтому я и приехал. Тогда до встречи. В пятницу в 2. Да, до встречи в самолете. Чтобы в пятницу в 2 ничего не было, Анатоль. А ну, вернулись, штрафной бросок. И второй давай. Быстрее. Отлично. Отдавай же. Да, хорошо. У тебя была математика? Конечно, у нас же раньше. Проводить тебя до дома? Ты же вроде с бабой. Был, только она в математике такой же дуб, как и я. Ты что, думаешь, проводишь до дома, и я дам списать? Даже не знаю, а может я упрошу папу, чтобы он прокатил нас на самолете? Ты мне это 2 недели назад обещал. Пятницу в 2. Договорились? Договорились, но никаких отговорок. Сделка есть сделка. Тимми, подмени меня. Хорошо. Кидай. Присмотри за ними. Фол! Какой фол? Рот закрой, я судья. Все, давайте, играйте. Вы слишком спешите, господин барон. Я не вижу причин для продажи. Небольшая задержка сбыта еще не кризис. Это все забастовки, поэтому наш план поставок несколько изменился, вот и все. И через пару дней все забудут так называемый кризис в компании Де Сантос. Вы так уверены в себе, господин Де Сантос? Уверенность не просто слово. Наш девиз — мы неудержимы.
После 10 лет всевозможных тестов во всем мире мы можем сказать, что наш продукт позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 52,7%. В мире нет ничего, что не позволит нам достичь успеха. Простите, срочный звонок. Да? Соедините. Да. Что? Аргентина и Бразилия? Боливия, Парагвай и Чили? А Перу? Но как же так? Да. Да, прощайте. Не урожай. Везде не урожай. Министры считают себя обманутыми и прекращают все договорные обязательства. Сколько? Нет. Я не продаюсь. Я не стану вести переговоры с человеком с таким... С таким лицом. С таким лицом, как у вас. Нет. Я не продаюсь. Вот мое последнее слово. Доброго дня, господин Де Сантос. Партнер Де Сантоса попросил оказать ему услугу в пятницу в 9. Вы как? Это сам барон. Барон, слышали о таком? Да, немного. Шеф, не злитесь, но об этом человеке ходят дурные слухи. Он настаивает, чтобы летели именно вы, даже премию выписал. Я не покупаюсь, но в пятницу все равно буду. Кремень, а не инструктор. Спорим, что папа тоже ботинки выкинет? Я не спорю. Но папа же делает ставки на скачках. И проигрывает. Ну давай поспорим. 50 феннингов. Ладно, спорим. Привет. Привет. Что вы так на меня смотрите? Неужели нас выселяют? Нет, все спокойно. Представьте себе, богатейший человек в мире предложил мне кучу денег за вылет в пятницу. Но я, конечно, отказался. Кто он такой? С ума сошел? Спорим? Я выиграл 50 феннингов. О, нет. Мы поспорили, что ты так же, как и я, закинешь ботинки в угол. А я так сделал? Надо же. И за это ты получишь деньги? На что ты их потратишь? Я подкуплю своего папу, чтобы он прокатил у нас суши в пятницу. Зачем это? А если нет, то из отличников по математике стану двоечником. Ну ладно. Спасибо, пап. Немедленно отдай папе 50 феннингов. Господин барон хочет, чтобы вы доставили эти документы в Копенгаген. Мы договорились с вашим руководством.
сделал. Господин барон выписал вам премию. Зачем? Что зачем? Зачем это премия? Почему ваш босс отправляет бумаги самолетом, а не почтой? Это не простые бумаги, а важные документы. И в 10 часов их ожидают в Копенгагене. А премию вам выписали в качестве стимула, чтобы вы прилетели вовремя. Знаете, что мне это совсем не нравится. Не полечу. Баста. В таком случае, позвольте ознакомить вас с одной очень интересной долговой распиской. Ставки на скачку. Ваша супруга в курсе? Что вы ко мне привязались? Почему именно я? Господин барон исходит из того, что вы довольно храбрый, решительный и не болтаете попусту. Как и ваш сын Тим. Господин барон, если позволите высказать свое мнение, я считаю, что подобные меры в обмен на смех школьника омерзительны. Это смех Тима Таллера, Анатолий. А для моих целей подходит только смех Тима Таллера. Мой папа уши. А почему самолет такой маленький? На больших сегодня почти каждый умеет. Ты летала уже? Конечно. И как? Будто на земле, да? Нас болтало иногда. А в этих болтает еще больше. Так интереснее. А там укачивает. Конечно, но там классно. Намного лучше, чем в больших. Они опаснее, да? Но это же мой папа. Смотри, двигатель заглушил. Он так всегда учеников тренирует. Сейчас заведет. Что такое? Взмывай! Папа! Перевод МиГ-88.